как правило, основная доля – это, конечно, коммунальные вопросы. Они имеют такую сезонность, да, если зимой – это вопросы отопления, если весной и летом – это вопросы капитального ремонта, благоустройства, то есть именно тех работ, которые выполняются в тот или иной сезон. К сожалению, приходится отмечать, что качество выполняемых работ оставляет желать лучшего. И в связи с этим, конечно, ну, поток этих жалоб он не уменьшается. Есть, наверное, вопросы здесь и к надзирающим службам, или к службам заказчика, насколько они свои функции выполняют добросовестно, для того, чтобы работать все-таки в интересах людей. Потому что любые работы, они в любом случае выполняются за счет граждан нашей страны, да, или в виде отчислений по налогам, или в виде платы за оказанные коммунальные услуги, или отчислений на проведение капитальных и текущих ремонтов. И, естественно, люди вправе потребовать эффективного, рационального использования своих денег. А соответствующие службы должны добросовестно исполнить свои обязательства. Поэтому вот тематика вопросов коммунальных, она остается актуальной и занимает, наверное, большую долю среди всех обращений.